Время 9 утра, выходной. Я к Лёрику уже заходила, прям рано-рано утром. Слышите, надрывается. А сейчас, видимо, он проголодался, соскучился. И вот когда меня спрашивают, как он орёт, когда жрать хочет, вот так он орёт. Он не вот это вот, не-не-не-не, а вот так вот он орёт. Если он хочет жрать, то он делает вот так. Пойду за дымкой. Орёт. Еда, вон, смотри, у тебя есть. А что ты такой у меня крикливый? А кто у меня разговаривает, жопка моя? Пойдёшь ко мне, смотри, дыньку будешь? Дыньку хочешь? Смотри, дынька. Лёля, дыньку хочешь? Дыньку. Дыньку. Будешь дыньку? Дыньку хочешь? Дыньку. Дыньку. Ну иди ко мне. Ну иди ко мне, моя... 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 Моя такая проснувшаяся птичник. Что, моя птичка? Кто он такой? Кто мой такой сладкий птиц? А что ты ругаешься? Ты соскучился, соскучился. Тима еще скучился. Будешь дыньку-то, нет? Дыньку не хочешь? Ты скучал? Ты скучал? Тима, Тима, моя птичка скучала. Дыньку хочешь? Дыньку, дыньку. Что ты? Что ты? Ты мне рассказываешь, что ты? Что ты там мне рассказываешь? Как тебе спалось? Тебе все хорошо? В деревню хочешь? Хочешь в деревню, моя красивая птичка? Ты моя красивая птичка в деревню хочет? Будешь дыньку? Дыньку будешь? Дыньку. Дыньку. Что? А что ты хочешь, моя сладкая? Поцеловать тебя, что ли? Ты мой сладенький. Да. Да. А хвостиком повеляешь еще? Покажешь, как ты хвостиком веляешь? А мою птичку? Чего мой сладкий? Ты мой сладкий. Ты мой прям сладкий такой. Ты знаешь, что ты сладкий. Ты знаешь, что ты сладкий. Ты знаешь, что ты сладкий. Ты знаешь, нет? Ты сладкий у меня птиц. Ты мой сладкий птиц. Будешь? Дыньку будешь? Смотри, какая вкусная дынька. Дынька. Ты моя голодная птица или не голодная? Ты не голодная, ты соскучился, но дыньку ты с удовольствием схомякаешь. А мне кажется, у меня камера грязная-грязная. Давай камеру протрем, давай. Будешь со мной кактусики поливать? Будешь со мной кактусики поливать? Ты моя сладкая птица. А к мышкам пойдем? А с мышками дынькой поделимся? Поделимся? Что ты? Куда ты собрался? Ну куда ты собрался? Вкусно тебе. Ай! Вкусно тебе. Вкусно? Когда что-нибудь новенькое, пока я вот так не попробую, он не будет есть. При нем, в смысле, пока не попробую. Ждет прям. Да, мой любитель молочка. Хочешь за молочком пойдем? Кофе будешь? Кофе со мной будешь пить? Наелся? Кто чавкает? Кто чавкает? Ты мой красивый.
красивый, красивый птиц. А у меня длинный есть. Ты что, домой хочешь? Ну пойдем в вольер лучше, пойдем на улицу, пойдем. Зачем тебе в клетку? Или что там тебе нравится? Пойдем на улицу. Там побольше места больше. Пойдем. А где тут мои мышки? А посиди тут, я мышкам тоже дыньку дам. Посиди. Мышки кушают дыньку. Да, мышки мои? Это не мышки, это sugarclimber. Это опоссумы летающие. Чип-чип и Дейл, короче, мои. Что там, Лёненька? Сейчас я вам вытащу, покажу одного. Да там поменьше, покруче есть. Это моя луночка. Иди ко мне, моя инопланетяночка. Иди ко мне. Вам там не жарко вообще, мышки? Это моя инопланетяночка. Ну иди сюда. Ну иди сюда, красавец. Иди ко мне, красавица, инопланетяночка. Вот они, короче, у них вот такие эти крылышки. Вкусненько дыньку тоже тебе, мама, муж. А детвора где? А ты что не кушаешь? Дать тебе тоже дыньку. Вот Лёлик с мышками не дружит, потому что я боюсь, что Лёлик их съест. Они там питаются мышами, эти птицы. С учетом, скольких он погубил уже своим клювом, то мышек жалко. Поэтому они только под присмотром, если вместе гуляют. Ну, в принципе, как и с котиками. У нас все под присмотром. И здесь, где мы живем, в столице, все блоками. То есть у нас в одном блоке котики, в одном блоке, в другом блоке там птички, в третьем мышки, ну, то есть они не пересекаются друг с другом, только мы ходим туда-сюда. И в деревне тоже, то есть мышки в клетке всегда, Лёлик на улице, либо со мной, ну, то есть они не остаются с котами все вместе в одном каком-то пространстве. Одни никогда. Ну, нахрена, погубят друг друга. Зверьки же. Что такое? Твою дыньку отожали, да? Ну, я тебе еще принесу, на. Что-то какой-то ты не особо голодный. Давай я верну мышей и отнесу тебе. А то мыши тут вот уже... А то мыши уже вон хотят гулять. Не жарко вам там в домике-то? А ты что, ты маленький, да? Ой, ты мой малючка. Ой, ты мой малючка. Это Никитин сын. А это Лукас. Папа. Папаня. С лысиной. Все как полагается. Пойдем. Пойдем. Ну, пойдем. Не падай. Дыньку оставить тебе? Все, водичку поменяй. Ты моя сладкая птица. Ты мой сладкий птиц. Разговаривать больше не будешь? Ну беги, беги.
сегодня выходной. Понедельник. И очень жарко. И очень красивое небо. Чё, мои мухи? Маленькие мои, шладенькие. Еще немножко водички цветам. Так Лелик зовет девку. Ну, кого там зовет. Ты кого там зовешь, Лёленька? Лёлик? Это к слову о том, как он по-разному разговоры разговаривает. Лёлик? Лёлик, ну покажись. Занят. Ну и ладно. Пойду в кондиционер жарко. И громко.